Правительство Югры и нефтяная компания «Лукойл» заключили дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Подписи в документе поставили губернатор автономного округа Наталья Комарова и президент компании Вагит Алекперов. Это дополнительное соглашение к основному, действующему с 2019 года. В соответствии с ним в Когалыме продолжится строительство филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. Его открытие поспособствует подготовке инженеров. Планируется, что центр будет выпускать 380 высококвалифицированных специалистов в области топливно-энергетического комплекса. Дополнительное соглашение предусматривает и возведение по качах спортивного комплекса. Он рассчитан на посещение 2000 человек в день. В ходе визита в Когалым Наталья Комарова и Вагит Алекперов оценили ход строительства объектов, которые также возводятся при поддержке компании, в их числе теннисный центр. Сейчас готовность объекта 74%, завершение работ планируется в сентябре.